В Екатеринбурге 51-летняя автоледи, грубо нарушив правила дорожного движения, столкнулась с автомобилем Яндекс.Такси. Дорожная авария попала в объектив уличной камеры наблюдения. Столкновение двух кроссоверов «Джили» и «Хёнде» произошло накануне, в 11 часу вечера, на пересечении улиц Московской и Островского в юго-западном микрорайоне Екатеринбурга. Как сообщили в городской автоинспекции, екатеринбурженка 1972 года рождения, двигаясь по Московской со стороны улицы Щерса в направлении Объездной, на перекрестке с Островского, где дорога имеет расширение до трех полос, в указанном направлении совершила странный маневр. Из средней полосы, движение по которой разрешено только в прямом направлении, она резко повернула влево и без остановки устремилась в сторону торгово-сервисного центра, не предоставив преимущества автомобилю Hyundai Creta, двигавшемуся по встречке в сторону центра. Получив удар в левый борт, таксомотор изменил траекторию движения и врезался в дорожный знак, светофор и металлическую ограду. Каким-то чудом водители автомобилей остались невредимы. Однако медицинская помощь потребовалась 20-летней пассажирке Яндекс.Такси, находившейся на заднем диване Креты. С симптомами сотрясения мозга девушку на скорой доставили в 24-ю горбольницу. Виновной в столкновении в ГАИ называют 51-летнюю водительницу «Джили», не предоставившую преимущества встречной машине при повороте налево.